Я хочу ходить в новый красивый детский сад. С первого взгляда и не скажешь, что этому зданию скоро исполнится 100 лет. Все чисто и ухожено, но стоит приглядеться и понимаешь, что оно давно пришло в негодность. Старая крыша, потресканные стены и маленькое помещение, никак не соответствующее современным стандартам. Вот в таких условиях пока проводят свой досуг детишки из Кызылюрта. Из-за того, что это здание изначально не было предназначено для садика, здесь не хватает места для того, чтобы разделять специально по правилам помещение. Вот слева от меня находится игровая, справа в том же помещении, в той же комнате находится столовая, а актового зала банально просто нет. Давайте пройдем и посмотрим, где находится актовый зал, где проходят различные мероприятия в садике. Это, ну, актовый зал заменяет коридор. Ну, естественно, когда проходят какие-то праздники, утренники, здесь банально не хватает места, чтобы пришли родители, поддержали своих детей, и вообще танцевать, в принципе, тоже будет неудобно. Но испытывать этот дискомфорт детям и взрослым придется уже недолго. В рамках рабочей поездки по Хабецкому району глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял решение о строительстве здесь садика. В ближайшие месяцы будет разработан проект нового объекта. Конечно же, новость о постройке детского сада нас очень обрадовала. Отрадно, что у нас в ауле будет новый детский сад, который соответствует всем санитарным нормам, правилам, законам. Наши детки очень... Этот детский сад очень ждали. В целом, конечно же, и аул, и мы в том числе. Мы очень рады, мы очень благодарны. Здание 1926 года постройки демонтируют. Таким образом, в следующем году в ауле Кызылюрт начнется строительство нового комфортабельного детского сада на 80 мест с ясельной группой. Это будет современное здание, соответствующее всем нормам, с просторными игровыми, удобными спальнями, спортивными и актовыми залами, кухней и административными помещениями. Альбина Шаова, Саид Исмаилов, Архыз, 24.